тут... Ой, я добрался. Да я кемпер. Охладитель, я тебя охлажу. Ну, охладитель урон слабый. Я тебя продам. О, красивый меч. О, акробат. Ты кто такой? Я... Вот, сейчас. Ты кто такой? Да. Могу я чем... Он наверху. Окей. А если я был бы врагом? Мне, вам пофиг, да, на меня? Типа, я вижу сквозь будущее, и я знаю, что у тебя что-то интересное. Добрый день. Приветствую. Я брат Джоффри. Чем могу помочь? Мне нужен... Император... А, император просил найти тебя. Император Уриэль? Ты знаешь что-то о его смерти? Амулет королей с тобой? Этого не может быть. На, держи. Клянусь девятью богами. Это же амулет королей. У нас не девять богов, брат, у нас только один. Откуда Иисус? Это у тебя? Что ты знаешь о... Ну, его грохнул ассасин, который я знал, и я стал специально возле там, чтобы посмотреть, как ассасин его убьет, и я не мог ничего сделать, и я вообще сказал все, что говорил. Хоть твоя история и невероятна, я верю тебе. Да ладно! Только странная судьба Уриэля Септима. А кто такой принц разрушения? Принц разрушения, о котором он говорил, никто иной, как Мерунес Дагон. Слова императора «Затвори мраморные врата Обливиона» определенно говорят о том, что он предчувствовал угрозу. Но все ученые сходятся в том, что смертный мир защищен от... Как тогда Обливион может угрожать нам? Я точно не знаю. Только императоры полностью понимают значение. Амулет королей очень древний. Сама святая Али... Когда император коронуется, он использует амулет. Теперь, когда император умер, а его наследник не коронован, драконьи огни в храме потухли впервые за многие. Может быть так, что драконьи огни защищали нас от угрозы? Я один из немногих, кто знает о его существовании. Много... Как-то ночью Уриэль позвал меня в свои личные покои. В колыбели там спал новорожденный мальчик. Уриэль при... Он никогда ничего не говорил мне об этом мальчике, но я знал, что это его сын. Время от времени он интересовался жизнью ребенка. Теперь, похоже, этот незаконнорожденный стал наследником трона Септимов, если он еще жив. Его зовут Мартин. Он служит Акатошу в часовне города Квач, к югу отсюда. Тебе следует срочно отправиться в Квач и найти его. Если враг знает о его... И, пожалуйста, дай мне знать, если тебе что-то понадобится. Мои возможности здесь ограничены. Да, Баурус все правильно рассказал тебе. Удивлен видеть меня здесь. Осторожность. В своем сундуке я держу кое-какие вещи. То показывай сундук. Мне это и надо были только. Мне в жопу больше не нужно. Надо все продать. Я все хочу забрать и продать. Все, спасибо. До свидос, я в мага все продавать нахуй. Мне нужен был, только для этого ты и нужен был. Я возьму другое здание. Не надо. Ладно. Я должен найти ту таверну с оружием. Опять не отвечаешь. Ну почему ты опять не отвечаешь? Мне что-то каждый раз, что ли, перезаходить в игру? Но слава богу, что так не делаешь. И F5 мне... Помощь? Да, быстрое сохранение. Я все еще помню. Так, и насколько я... Как дела? Вы чё, троем сразу? Да. Ничего себе так, это чё у нас? Наверное, дупый молот? Нет, мне нужны оружейный молот. Вот это, вместе. Продать то, что мне нафиг не нужно. Я буду ходить легкое время, потому что она как-то проще мне идет, и я в ней быстрее передвигаюсь. Так, так. Тяжелые.
продаю ничего здесь интересного, надо все продать. Привет. Слушай, продай мне все, что у тебя есть. Доспехи, оружие, да. У меня есть все. Чем я могу помочь тебе? Отдай мне все свои деньги. Вот что ты мне поможешь. Что? 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 Тебе удалось неплохо заработать. Да, да, да. Давай мне. Я тебе... Не надо. Это... Но его не продам. Он мне нужен. У тебя что есть такого интересненького? У тебя есть что-нибудь интересненькое такое, что мне может понравиться? Меховый шлем? Нет. Перчатки, шариды, молоточки. Вот что мне не можешь продать. Да. Все, ты мне... Ты уходишь. Знание, сила. Мозги с тобой. Береги себя. Привет. По-моему, мы раньше не встречались. Ты недавно в этом городе? Да. Недавно. А ты что тут здесь делаешь? Мне тоже. Я всегда рада новым людям. Да. Мать. Береги себя. Ты себя береги, что так не вовремя? Я выхожу такой, да. Еще такой. Слендер. Семь брони. 8 брони. Ой. Голый. Приветствую. Приветствую. Я тоже так умею. Давайте. Квач. Мы спасем Квач. Хотя я не очень-то люблю Квач. Надо спасти Квач. Да ты... Да что она постоянно зависает на одном и том же загрузке, когда Г и Р совмещаются посерединке. Он постоянно должен зависнуть. Почему бы и нет? Завис? Нет. Да. Мужик, ты резко... Вы видели, да? Это спринт. Ты умеешь спринтовать. Давай. Беги. Бежать для чего? Кровь богов! Иди и посмотри. Это Савлиан говорит. Я... Беги, трус. Я на там уже. Вот это так. Если бы ты видел, она спаслась, и тоже тебя. Как могли девять божеств допустить такое? Или они разгневались на нас? Походу они вас всех хотят перебить, а я хочу вас всех перебить, чтобы забрать ваши вещи. Но вы точно мне не дадите. Так что... Чё, о, тёмное место, да, всё тёмное. Вон монах стоит, хороший. Конец на... Враг. Лорд Дагон враг. Окей. А договор? Род императоров прервал. Мартин. Если ты ими... Да, Савель Мальдус. Сон, нахрен тебе нужен. Иди к тебе всего наилучшего. Вот так, смотрим. Смотрите. Так, так. Всё обычно чёрное. Да, все обычно черные. Дождь прекращается. Идем дальше спокойно. Опа, над глазами ад. Мать твою. Это что? Портация во времени? Опа, сразу, опа, солнечко светит. Васа. Опа, какие-то баррикады. Опа, дерев нет. Все зажигли. Все, пш-пш-пш. Вон, дяди стоят. Опа, на меня мечом. Держись подальше. Что надо? Тебе здесь не место. Мы потеряли весь этот проклятый... Их было слишком много. Нет, а теперь... Единственное, что... Мы попытаемся удерживать наши позиции, и вот и все. Я думаю... Ты хоть... Но и... Ты действительно... Да, помогу я тебе, давай, решайся, я могу всех тут убить. Поговорим? Вот сразу же. Конечно. Четыре, братуха. Удачи, в отваге тебе не отдать. Я нашел. Опа, привет. Ты, мужик, не лезь под огонь, я ж тебя убить мог. Опа. Стрелы не забрал. Привет, Ваша. Чё, здесь парировать нельзя.
Опа! Опа! А что я в портал-то не иду? Я же вроде бы на Е не нажимаю, а вроде должен в портал идти. Вон, опа! Нет, в портал. О, какой добрый дядя со смайликом в глазах. Такой привык. Привык. Бах! О, пизду маленький. Опа, мало, прокаси. Не попал. Опа, прокаси. Ты, мужик, сейчас что нарываешь? Хочешь умереть, да? Может, побазарим? Э, мужик, стой, ты кто такой? Слава девяти. Остальные... Капитан Матиус послал нас сюда, чтобы мы попытались закрыть эти врата. Мне удалось ускользнуть, но остальные застряли за этим мостом. А я сматываюсь от... Капитан все еще удерживает баррикаду? Хорошо. Тебе я обязан жизнью. Это... Еще увидимся. Иди отсюда, трус. Я всех сам перебью. Тут.